проект только что упал. С тобой везде падает. Эпик фейл. Да. А просто я велосипедист переехала. Нам можно переходить или нет? А сейчас можно? Я только что свои волосы типа уложила, но сейчас ветер это все превратит в очередной беспорядок. А сейчас мы идем в место, типа комната страха, и там, не знаю, даже, это короче, место, где тебя пугают, как комната страха, но только там люди с тобой ходят, и все такое прикольно. Выглядит как тюрьма какая-то. Держи, я шнур грызу. Это что, раб, что ли? Давай упади еще раз. В этот раз я хочу заснять это. Давай, падай. Падай. Не скажу. Падай. Так мило. Мертвые люди. Какой милый ребенок. Боже. Алика, быстрее, может, твоя упала. Иди быстрее. Ой, у меня в детстве такая кукла была. А где вы? Я внутри убила. Просто сегодня нашла, что полная. Где вы? Тебе страшно? Нет. Подожди, ты меня убил? Руслана, это всё игрушка. Это игрушка? А, похоже на настоящую. Расскажи мне про эту игрушку, почему тебе такие игрушки дарят? Ты что, убийцей хочешь стать? Тебе не жалко меня? Ты меня же пришел убил. Я сучусь. Ты шутишь? Ладно, иди поцелуй меня. Иди. Я выбрала такой простой наряд, потому что... Ну, потому что мне лень было выбрать что-то другое. Да. Просто черненький наряд с красной помадой. У нас дома сейчас столько еды, потому что... Ну, у нас традиция такая, каждый раз в разных домах отмечаем, ну, у родственников и так далее. И каждый раз у кого-то дома, но чаще всего, если честно, у нас. Так что закупились на весь год, можно сказать. Так, это еще половина всего, что тут есть. Там еще стол. Кстати, у нас стульев не хватило, так что не вытащили стулья, которые обычно ставят во дворе, когда типа шашлык или что-то такое. Так что это выглядит очень смешно, на самом деле. Мне даже стыдно показывать, ну ладно. Вот. Значит, тут у нас нормальная сторона, какой она должна быть. А тут у нас стулья, которые мы ставим, когда шашлык кушаем. Да. Это выглядит не очень. Ну ладно, пофиг. Я вообще-то пить пришла. Мне так плохо, я весь день чувствую, что мне надо пить. Твои игрушки уже надоели своими звуками уса. Да? Да. Where are you?
четвер. Як разом на концерт, і причо в мене нема. Він мене відкриває, я ж тебе підвалю. Лонгане! Это предвещает что-то. Не то чтобы... Я никогда не была человеком, который особо любит салют, но... Ну, раз уж Новый год. Даже дети я не радуюсь. Да, и чуть не врезала свет. Белор, застегни меня! Уезжай в Австрию. Все равно не видно. Боже мой. Скорее страшно, чем весело. Ну и где этот долгожданный салют? Come on. Окей, сейчас его видно. Красивейший салютик. Окей.